Удлинитель СПГ-15Б – это фильтр-удлинитель, предназначенный для передачи электроэнергии вычислительной техники, периферийным устройствам, бытовой техники и другой электронной аппаратуры. Изделие состоит из электронного блока защиты, включающего варистовую цепочку и автоматический предохранитель. Особенностью данной модели сетевого фильтра удлинителя является повышенная суммарная номинальная мощность подключаемых электроприборов до 3,3 кВт или номинальном токе нагрузки до 15 А. При токе более 15 А срабатывает автоматический предохранитель, который можно вернуть в исходное положение нажатием кнопки предохранителя. Корпус устройства выполнен из огнестойкого пластика, имеет 5 розеток евростандарта и 1 розетку без заземляющих контактов. Розетки выполнены по специальной технологии, что позволяет вставлять в них вилки не только евростандарта, но и российские тонкие вилки. Есть общий сетевой выключатель со световой индикацией, фиксирующий включение в сеть и исправность электронной цепи. Также имеются удобные крепежные отверстия для крепления на горизонтальных или вертикальных поверхностях. Данный прибор рекомендуется использовать в сетях заземления. Рекомендуется для подключения и защиты всех видов бытовой, офисной и компьютерной техники. Позволяет одновременно подключать электронные устройства, требующие защиты, телевизор, компьютер и тому подобное, и мощные электробытовые приборы, чайник, утюг, СВЧ-печь и так далее, что делает его совершенно незаменимым на современных кухнях.